motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Alligame, Let's Play Rock. Это игра Subnautica, игра-песочница с открытым миром, все действия которой происходят в инопланетном океане, куда по сюжету упал ваш космический корабль. По ходу истории вы узнаете, что вы единственно выживший, и наша задача убраться с этой планеты. Ну а что нас ждет впереди, мы еще только узнаем. Напомню, что в прошлый раз мы отправились на поиски минералов и ресурсов и исследовали дальние уголки этого океана. Там мы наткнулись на много различных страшных существ. Короче, я не знаю, что мы... Я уже хер знает сколько не играл в нее. Так, вспоминаем, что у нас было. Да, у нас огромный аквариум. Что это? Сердце тьмы, я не знаю, как назвать это. Это почка, я не знаю, это вообще... Пишите в описании, как бы вы назвали эту херу, я не знаю, просто что это. Ну, страшное что-то будет. Так, ребятки, ну чё, у нас сегодня прохождение, да? Так, а сегодня мы будем выполнять следующее задание, поиск возможного жилища Дегази. Мы уже ранее отправлялись на поиски Дегази и нашли их первое жилище, но нам сообщают, что есть еще одна база, и, возможно, все-таки они еще живы и просто переместились на нее, ну или что-то в этом роде. Да, мы сегодня пойдем искать ее, мать его. Возможное жилище Дегази. Давайте туда отправим. Давно уже не играл, не подходил, короче, к этой игре. Смотри, уже ягодки созрели. Это ж сколько меня не было-то, а? Смотри, сколько. Нихера ты нарожала, короче, огонь. Так, да, возможное жилище Дегази. Запускаем двигатели. Камеры в порядке. Сейчас нам нужно будет добраться вот сквозь вот это вот мелководье. Нахер я сюда поплыл? Ну, было ж вариантов много. Охеренно, блядь. Сука. Ну, нормально же играли. Ну, что это? Бля, шикарный вид, я скажу. Давненько мы не заходили в игру, да, но тем интереснее. Нихера не помним. Так, мы уже близко, почти приближаемся. Так, киты плавают, это значит хорошо. Это значит безопасно. Ну все, вроде у нас все нормально. Мы батареечки с собой новые взяли. Все взяли, все зарядили, короче. Можно отправляться. Прошлое жилище Дегази мы с вами нашли, опустившись вот в эту, короче, дырку, пещеру, я не знаю, называйте ее как хотите. 500 метров, отлично, у меня 900 метров погружения. Я что-то так это лихо, короче, заплыву. Безопасности вообще нихера не думаю. В прошлый раз мы так сплавали, короче, внезапно вообще. Чью-то ротовую полость. Так, радующись, короче. Вчера, короче, лысое дно меня пугает больше всего вообще. Это такая страшная тема, когда всем нутром чувствуешь эту безжизненность. Там, где нет жизни, значит, что-то ее погубило. Что-то такое колоссальное, крутое, что... Что я для него? Он тут полдища, короче, вынес. А я-то тут со своим, короче, пердолетом вообще. Так, страшно, но что делать? Надо двигаться дальше. Да, смотрите, короче, тут есть какая-то щель. И нам туда, короче, да. Все прям кричит нам, короче. А может быть, сюда нужно влево? Раз подо мной. Может быть, в глубину нужно? Здесь, короче, жопа страшная. Я был в этом биоме уже, мы здесь плаваем. Хотя нет, вы знаете, в этом, по-моему, я не был. Не ссы, друг мой. Да, как тут не ссать вообще? Жопотемень какая-то. Вот что меня здесь может ждать вообще? Вот ничего хорошего вообще не сулит. Знаете, что самое интересное? У меня... Сквозняк вообще полный в блюдце. Все, вроде бы все нормально. Еще что-то кричит. Мне знаком этот крик, как будто кого-то режут. И эта тварь внезапно всегда появляется. И, кстати, вот впереди что-то есть. Смотрите, нет. А, это маленький криль, показалось. У меня уже тут страх увеличивается. Давление растет, кольцо сжимается. Все нормально. А я, короче, заплыл хрен знает куда.
Но явно сюда не надо, да, пацаны, короче? Вообще, мне сюда нахер надо было или не надо было? Это, походу, какая-то пещера, да? Так, ну попробуем, ребятки, с другой стороны оплыть. Давайте попробуем с этой стороны погрузиться. Да, короче, вот здесь вот есть другое днище. Там пещера была, просто там опасно. Я не хотел бы туда заплывать. Где пометка? Вот, пометочка 490. Поплывем на нее. Здесь тоже, короче, страсти еще те кипят. Шарики какие-то. Давайте посмотрим, что это за шарики. Очень интересно. Хотя, вы знаете, ну, шарик как шарик вообще. Ну, давайте вот этот вот исследуем. Он вроде в безопасности, короче, никто его не трогает. Погасим свет на всякий пожарный, а то он привлекает различных, короче, тварей. И как выяснилось здесь ранее, это что, строитель, а это что, фонарик. А вот... Сканер. Якорный кокон. Данные необычные образцы растений встречаются исключительно в глубинных рифах. Они состоят из большой сферической, наполненной газом мембраны, прикрепленной к морскому дну. Когда коконы достигают достаточной высоты, они ломаются, выпускают споры, которые подхватываются потоками и разносятся по окрестности. Нихера, короче, все можно из него сделать. Нихера из него нельзя сделать, короче. Бесполезная дрянь. Что дальше? Дальше веселые приключения. Вот они начинаются, кстати, смотрите, нихера, какая красотища. Мембранное дерево, короче, огонь. Данный вид не поддается четкой категоризации. Он состоит из нескольких видов кораллов, работающих совместно и образующих изоляционную экосистему, заключенную в полупрозрачную мембрану. Растет исключительно на базальтовых породах в большом рифе. Ну, мы, конечно, возьмем кусочек с собой. В аквариум надо посадить. И все, такая красотища. Вот, одно семечко у нас уже есть. Очень, очень интересная, очень красивая природа. Валим дальше. Вдалеке что-то есть, пока не знаю что. Мы снова заблудились. Еще 307, мать его, метров. Давайте по левой стороне аккуратненько будем в эти 307 метров заходить. Под самые вообще не балуй. Я надеюсь, эти 307 метров не в нас зайдут. Так, вот тут, смотрите, есть какая-то дырка. Мы проникли. Чем ближе, тем ощущение, что встретишь какую-то жопу, больше. Я уже слышу какое-то рычание, короче, голодное или бурчание желудка. Огромной твари. Так, ну я думаю, короче, нужно не ссать, просто ускориться, хотя тут так не получится. Но вот эти вот морские скаты очень, они френдовые, короче, типы. А вот здесь далеко не очень дружелюбное создание. Сканирование показывает обширную пещерную систему под поверхностью данной области в сочетании с необычными энергетическими сигнатурами. Короче, когда в прошлый раз такая фигня была, это значит, что была база, короче. Мы так нашли инопланетную базу. Ну, а что делать, что делать, что делать? А ты ногу-ноги приделать, короче. Надо его сделать, ребят. Давай, сучка, ну умри уже. Блин, а тебя еще, короче, хрен попади, да, короче? Не сам, не во все дырки можно тебя лупать. Уже? А что ты такой слабенький? Я думал, ты, ну, как минимум, как Левиафана надо будет тебя... Сейчас почитаем про тебя. Кальмара краб, короче. Нихера, короче, открыли новую тварь. Животный мир. Плотоядный, нихера так, он хищник. Кальмара краб. Ну, неудивительно. Скрывается среди масляных и мембранных деревьев в поисках добычи. Он может испускать мощный электромагнитный импульс в целях самозащиты. Конечности. 10 конечностей имеют различные придатки для плавания, ходьбы, охоты и, возможно, даже использование инструментов. Пойманные в его схватку существа ловко разделываются и быстро поедаются. Отлично, будем теперь знать, что, что нахер он нам не нужен. И вот она, ребятки, возможное жилище Дегази. Они решили спуститься глубже. Они шли по сигналу, ребят, да. В прошлый раз мы выяснили, что они обнаружили какую-то базу или что-то похожее на базу внизу и стремились это все, значит, изучить. Давайте посмотрим, что это. Загруженные данные. Журнал Пола Торгала, номер 3. Конец. Воду, короче, это последняя их база. Дальше жизни закончились, сохранялки тоже. Ну, чекнем, чем они тут занимались. Пришел из ниоткуда инопланетный кракен размером больше циклопа. Проделал дулу прямо сквозь укрепленный корпус. Я едва успел надеть дыхательный аппарат вовремя. Я говорил ей, я сказал, что придут другие. Меня отбросило в сторону от жилища, а тварь повернулась и развернулась ко мне. И когда ее щупальца уже были на расстоянии броска, откуда ни возьмись, появилась Мейда. В одной руке у нее был глайдер, а в другой – зазубренный кусок металла. Она собиралась убить зверя или умереть?
Не знаю, последнее, что я видел, как она всадила металл в его шею и висела, в то время как чудовище изо всех сил старалось тряхнуть ее, уползая во тьму. Я уверен, она получила то, чего хотела, так или иначе. Затем мне показалось, что я увидел свет далеко внизу. Я надеялся, может быть, Барт сумел уплыть, и я поплыл за ним. Теперь я думаю, а видел ли я вообще хоть что-то? Кислород на исходе, жилища больше нет. Я не вижу неба. Что-нибудь точно почует мою кровь. Идем дальше. Нихера, короче, да тут целая комната. А это что? Яйцо ласки. Возьмем ласку. Штуковины. А, оранж. Синтезировал новый чертеж. Оранжевый скрижаль. Интересно. КПК с данными. Сосовый журнал бригаде номер 8. Принятие риска. Утилизатор ядерных отходов. Охереть, офигенно, ребят. Смотрите, теперь у нас есть синтезированный чертеж, утилизатор ядерных отходов. Больше я не вижу ничего, что здесь можно полезного сделать. Зачем только оранжевый скрижаль, это нам стоит еще выяснить. Так, ну, отправляемся отсюда к херам вообще. Ничего, вот здесь, видимо, он напал и разбил им вначале базу. Дальше трещины уже пошли по всему корпусу. Нахереть, смотрите, ребят. Еще один КПК, голосовой журнал «Догадзе» номер 7, болезнь. Они узнали что-то о болезни, об этой зеленой штуке, которую мы видели на различных существах, здесь обитающих, а также, что у нас здесь? Что-то, что мы ранее уже изучали, поэтому нам ничего нового не дали. Я, конечно, надеялся на какие-то большие интересные вещи, которые мы сможем здесь найти. Но, походу, нихера тут нету. Колоссальная, огромная тварь. Да, мы изучили новое деревце, поняли, что из всех членов экипажа Дегази один уже точно погиб, а вот два других члена экипажа еще, возможно, живы. Чему ты так радуешься, Мэйда? Эй, малец, я тебе кое-что привезла. Это что, Левиафан снаружи? Вы убили его? Он еще дышит. Я как раз собираюсь закончить дело. Но может мне постоять и поболтать, если вы так хотите? Нет? Тогда сделайте полезное дело. Дайте мне вон тот закаленный нож. Вы что, из ума выжили? Вы притащили эту тварь сюда? А что, если он не такой уж и мертвый? Ясно, ребятки, короче. Короче, что мы можем из этого судить, короче? Маргарет вообще, короче, на всю голову тронута. Она, короче, что сделала? Притащила того самого сраного Левиафана, который был еще едва живой. Черт побери. В общем, ребятки пошли наружу и решили поработать с образцами Левиафана, которого притащила Маргарет. Шеф остался на базе и, собственно говоря, ему передали, чтобы он закрылся и отошел от радио и надел свой шлем. Как он нам далее поведовал, что он видел, как тварь уходит куда-то на дно вместе с Маргарет и куда-то исчез Барт. Барт куда-то, да, его тоже оттолкнуло, и просто был огонек, который уходил дальше на дно. То есть подводная пещера, которая с какими-то каменелостями, это третий уровень, куда нам стоит спуститься, и, возможно, мы там найдем и Маргарет, и Барта. Найдем ли мы их вообще, если их, конечно, не сожрали. Но это будет уже в следующем нашем видеоролике. С вами был канал Alligame, Let's Play and Rock. Увидимся, ребятки. Пока.